Ну, сейчас уже сказал, что такая игра терпеливая была, цепучая, поэтому эмоции. Хорошо, что мы такую игру выиграли, именно такую, знаете, где надо было терпеть, не ошибаться, где доставать из себя надо было, чуть преодолевать, да, то есть в борьбе именно в единоборство. Поэтому эмоции, вот и удовлетворение, наверное, от проделанной работы. Теперь мы официально в плей-офф. Какой-то груз с плеч упадет, сейчас будет легче как-то на душе, спокойнее, что ли? Не думали вы об этом? Да мы не думали. Я же говорю, я вот сейчас вот тоже только что говорил, что у нас, в принципе, не было этого груза. Мы сейчас уже думаем, как мы будем играть там, да, то есть именно игру. Здесь сейчас уже осталось там 3 игры, включая эту, там 4 было. То есть мы уже, ну, как бы смотрим туда и уже что-то наигрываем, то, что мы там хотим видеть в плей-офф. Поэтому больше мы сейчас думаем не о том, как попасть, не попасть в плей-офф, а именно о той игре, которую мы хотим там видеть, показывать.